Участники 1/8 Кубка города выходят на построение, обмениваются рукопожатиями и ждут стартового свистка судьи. Согласно системе этих соревнований, команда выбывает из турнира после первого же проигрыша. Поэтому желание забить гол в ворота соперника возрастает в разы. В составе команды огнеборцев «Искра» – одной из самых опытных участниц городских турниров по футболу, в последние годы произошли изменения. Мы дали новый дух, новую силу в команду и прибавили к ней маленькую приставочку «Искра Юнайтед». Почему мы это сделали? Потому что в нашей команде играют не только сотрудники пожарной охраны, ну и сотрудники ВНИЭФа, работники ВНИЭФа, сотрудники воинских подразделений, ну и, соответственно, «Искра» объединение «Искра Юнайтед». Ну и здорово звучит. Встреча между «Искрой Юнайтед» и «Арсеналом» оказалась напряженной и богатой на острые моменты. Команда ядерного центра открыла счет, а спустя некоторое время забила еще один гол в ворота огнеборцев. Под конец первого тайма игрокам «Искры Юнайтед» все-таки удалось реализовать голевую атаку. На перерыв команды ушли со счетом 2-1 в пользу «Арсенала». Основное время матча закончилось ничьей 3-3. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда «Искра Юнайтед». Это планирование, опять-таки это подготовка, это созидание, это тренировочный процесс, подготовка к определенным соревнованиям. В октябре игроки команды «Искра Юнайтед» планируют отправиться на чемпионат России по футболу среди специальных подразделений пожарной охраны. На этот раз наши спортсмены настроены только на победу. Это один из видов подготовки. То есть как бы мы готовимся. Да, в 2015 году проводили соревнования, опять-таки первые среди специальных пожарных подразделений, где мы, к сожалению, в финале уступили. То есть как бы заняли почетное второе место. Ну, для России это как бы нам приятно и есть к чему стремиться. Не так давно команды, принимающие участие в городских соревнованиях, разделили на две лиги. Это дает возможность опытным командам подключаться к турниру уже на этапе 1/4 и полуфинала, а новичкам пробовать свои силы. Федерации футбола нашего города всегда рады новым спортсменам. Ждем, кто-то может организовать команду. Ждем всех желающих. В дворах много молодежи. Надо инициативных людей побольше, которые возьмут на себя такое бремя от ответственности команду организовать. Параллельно с Кубком на стадионе ИКАР проходит традиционный чемпионат города по футболу. Победители обоих турниров станут известны осенью. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Алексей Тверсков увлекается рыбалкой с детства. Спортивную составляющую открыл для себя приблизительно год назад, когда впервые поучаствовал в городских соревнованиях. Тогда новый опыт для Алексея оказался удачным. Он занял первое место в чемпионате и Кубке города по поплавочной ловле. Если ты сидишь для себя сам один, сидишь в свое удовольствие, никого не трогаешь, ловишь, отдыхаешь, то есть как бы... А здесь есть регламент определенный, определенные правила, вот... В прошлом году в конце мая пришел, так сказать, вот пока остался. До второго разряда за год дошел. Участников соревнований по рыбной ловле не пугает четкий регламент. Такие правила, считают рыбаки, наоборот, заставляют собраться и показать свое умение на самом высоком уровне. Но не только ради баллов и призовых мест спортсмены собираются с удочками и снаряжениями на берегу водоема. Разгрузка от работы совершенно такая, то есть когда дикая работа, и ты здесь спокойно можешь посидеть, подумать, расслабиться. Смотреть на природу, подышать, просто подышать свежим воздухом. Участники соревнований собрались на правом берегу реки Сатис перед плотиной рано с утра. После регистрации, жеребьевки и построения организаторы дали первый сигнал первого тура. Всего Кубок города по ловле на донную удочку включал в себя два этапа. Подготовку к Кубку организаторы начинают за несколько недель. Первое, что необходимо сделать – исследовать зону предстоящей ловли. У нас есть тут зона 100 метров. Надо понять, какие дистанции будут рабочие, на что рыбу больше будет предпочтение отдавать, какая насадка, какой поводок будет больше работать, что вообще в принципе для рыбы. И отработку по дистанциям, то есть при забросе, там, скажем, на 50 метров, можно две дистанции для себя выбрать, определенно, на которых будем ловить. На удочку саровских рыбаков попадаются лещи, плотва, окуни, щуки, караси, ерши и пескари. По первому сигналу участники заходят в сектор и начинают подготовку. По второму проводят прикормку. И только после того, как организаторы дадут третий сигнал, стартует ловля рыбы. У нас два тура. В каждом туре у каждого спортсмена свой сектор. Первый тур мы взвешиваем, получаем один общий вес.
У каждого спортсмена свой, соответственно, каждое место свое. За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По количеству набранных очков распределялись призовые места. Первое место занимает тот, у кого зафиксирован наибольший вес улова. Победитель всех соревнований определялся по наименьшей сумме мест за тур. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В городе Тайбэй на Тайване прошло 2-е первенство мира по спорту глухих в дисциплине бадминтон. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 28 стран. В составе сборной России выступали уроженцы Сарова, воспитанники молодежного центра Арсений и Павел Кудашкины. На играх сборная России завоевала 1 бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Павел и Арсений заняли 5-е место в парном мужском разряде. Подготовила ребят тренер Елена Точилина. В Екатеринбурге проходила Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди учащихся. От Нижегородской области выступила команда авиамоделистов станции юных техников Сарова. В номинации «Кордовые модели» в личном первенстве в классе пилотирования кордовых моделей победителями стали Илья Ганин, Павел Ефимов, Егор Самсонов. Дипломом 2-й степени награждена Софья Тютина. В командном зачете ребята стали 3-ми. В номинации «Проектные работы» призерами стали Софья Тютина с проектом создания пульсирующего воздушно-реактивного двигателя для скоростной модели и Даниил Шведов с проектом системы управления тягой авиамоделей модельного двигателя внутреннего сгорания. Подготовили спортсменов-авиамоделистов педагоги дополнительного образования Владимир и Сергей Тютины. В первый день занятий в этом сезоне любители йоги испугались возможного дождя и решили остаться дома. Но при хорошей погоде желающих попробовать полезные для души и тела направления приходит немало. Хатха-йога включает в себя не только физические упражнения, но и психологические техники, основанные на правильном дыхании. В течение лет у саровчан есть возможность заняться этим видом практики. В глобальном смысле это занятие на свежем воздухе, занятие физкультурой, плюс дыхание, плюс концентрация внимания. У такого направления, как йога, существует своя философия. Но на занятиях в парке не будут касаться духовной составляющей этого направления. Также от посетителей йоги под открытым небом не требуется особой физической подготовки. Организаторы ставят перед собой иные цели. Здесь более такой игровой момент, скажем так. Если заниматься более серьезно, нужны хорошие физические кондиции. И нужно хорошее здоровье, потому что, на мой взгляд, йогой здоровья не поправишь. Занятия по хатха-йоге будут проходить в течение лета по средам на месте бывшего аттракциона «Веселые горки». Начало в 11:00. Обязательное условие проведения занятий – хорошая погода. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Участников квеста поделили на 3 команды, в каждой выбрали капитана. На время квеста им предстоит стать единым целым. Вместе ходить по точкам, расположенным в старой части города, вместе находить подсказки и искать ответы. Это отвлечение от повседневной жизни. Что-то, какое-то занятие, которым не занимаешься каждый день, поэтому всегда полезно для отдыха заняться чем-то таким. К тому же вот эти ребята, я их никого не знаю. Это тоже интерес – окунуться в другую компанию и пообщаться с людьми, которых не знаешь, с кем другим познакомиться. Формат квеста по городу активисты православной общины практикуют 2-й раз. Первый опыт случился зимой. По отзывам участников, он оказался удачным, и было принято решение сыграть еще. На этот раз квест решили посвятить покровителям семьи и брака – святым Петру и Февронии. В честь праздника все задания объединили темой «Любовь». Нужно знать и наш город, где какие магазины, где какие раньше были учреждения, как они назывались. Участникам квеста предстояло собрать недостающие части символа Дня семьи, любви и верности – ромашки. За каждый пройденный этап они получали белый лепесток. Ребусы, шифровки и загадки приходилось отгадывать путем мозгового штурма. Это про деревяшки? Все деревянное. Да. И что? 3D. Что 3D. Да. Кинотеатр или магазин? У нас выдвигаются идеи, другие их либо поддерживают, либо опровергают. Таким образом мы приходим к общему знаменателю. Задание, да, вот сейчас мы уже немного в сторону ушли, но вернулись на путь истины и дальше идем. Победителем квеста, посвященного Дню семьи, любви и верности, считалась команда, участники которой первыми придут на финиш, пройдя все этапы. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.